балансе, да, я с вами вот хочу пересечь на вас. А что это, конечно, я, потому что вы дали фарфану вторую и даже третью жизнь, потому что Перу с таким фарфаном, чемпионом из другого мира, станет чемпионом мира. Знаете, как, вы же видите, какие у нас выступления. У нас люди, которые вас будут. Ну и бабушка. Люди вас будут. Вот и приглашают. Вы же это почувствуете, как думаете. Вы видите, что Россия сделает самый лучший чемпионат. Это не то, что не желает. Болеем мы все. Спасибо, Перу. Спасибо, спасибо, очень хорошо. Я очень счастлив, так как и все игроки. Все было очень и очень тяжело. Особенно концовка. Такой наш чемпионат российский, в котором нельзя расслабиться ни в одном матче. Потому что команды, которые находятся внизу, они борются не на 100, а на 120% против лидеров. Мы потеряли много очков. Но, наверное, тема интереснее сегодня. Столько людей пришло поддержать. Наверное, закономерно то, что решающий гол забил ЗС. Я счастлив тому, что на нашу команду стал ходить полностью. Полный стадион был. Краснодар. Полный. В Питере, в принципе, постоянно такое, много людей ходит. Полный стадион, как я сейчас помню, был, и мы выиграли в Санкт-Петербурге 3-0. Там футбол у нас, на мой взгляд, растет, такой посещаемость, как сегодня нет. Но я очень благодарен нашей компании «Держи-зе», которая терпела нас. Эта компания терпела 6 лет до этого, когда не было успеха. Но не терпели, они сохранили команду. И сегодня мы вместе со всеми нашими международными празднуем победу. Она важна для каждого из нас. Были и самый момент важный, то вот мы в прошлом году перед кубком серия игр была не очень хорошая, мягко говоря. Но мы в финале собрались. Мы выиграли. Перед сегодняшней игрой «Зенит» — это топ-уровень команды. Мы тоже много игр не лучше сыграли, за исключением последней, та, которая была с «Динамо» Москва. Но сегодня эти ребята блестящие были, хотя были в основном проблемы. Один игрок удалил, то другого проблема, то третьего температура. Очень много проблем. Но они молодцы, я за этот профессионализм, я многое повидал. И если у нас Фернандеш, слава богу, что у него все прошло, если он играл с переломанным ребром до этого, мог он готовиться. Сборные, чемпионаты, так далее. Тренер, я не могу уже
я не могу, я теперь ну, и опасно, все. Слава Богу, что все у него образовалось, мы какие-то паузы давали. Наверное, когда мы давали паузу, мы не набирали очки. Хорошо, все хорошо. Сложилось сегодня наш стадион, нас правительство, они поддерживают. Я такого не буду.